Революція закінчилася, вибори президента фактично відбулися, а Майдан і не думає розходитись. Лідер Удару Віталій Кличко вже заявив, як стане мером, то вмовлятиме активістів розібрати барикади. А хто залишився на Майдані? Інтелігенція чи, може, звичайні пояки? Чи сплив у активістів термін революційної придатності? На екскурсію у центр столиці поїхав наш активний Олексій Іщенко. Абзац на Майдані. Его не смогли уничтожить ни «Беркут», ни бульдозеры коммунальщиков, ни бронетранспортеры. Старания тетушек тоже оказались ни к чему. Мы защитники! Несколько раз он висел на волоске от гибели, но вопреки всему выживал. Он – алтарь украинской революции, на котором своей жизни во имя свободы положили более сотни патриотов. Уже три месяца, как активная фаза революции прошла. Боевые действия переместились на восток страны. Но Майдан продолжает стоять. И все было бы ничего, если бы у очага украинской революции не появились побочные эффекты. Один из них – огромные заторы на центральных дорогах Киева. Хрещатик, как известно, заставлен палатками и баррикадами. Водители, разумеется, пытаются его объехать, но… Пока объедешь, так три часа пройдет. Особенно сейчас пик так вообще. Не скажу, что это явление прям круглосуточное, но проехать утром часиков так 8 или в обед крайне затруднительно. И это логично. Это артерия, которая разветвление, все идут вокруг нее, все стоит в пробках. Смысл держать вот эту артерию. Альтернативы нет дороги. Или настройте мосты, тогда стройте здесь все, что угодно. Пешеходную зону и так далее. Но изначально это для проезда транспорта. Такой мегаполис не может обходиться без нее. В палатках сейчас живет уже не то количество людей. И убрать их с проезжей части, при этом сохранив сам Майдан, вполне реально. Ведь водители многого не просят. Им бы только Хрещатик. На площади же можно и палатку поставить, и стоять там дальше, если не хотят. А проезжую часть подкрыла, да. В Автомайдане же считают, одна часть Хрещатика должна стать пешеходной зоной, а другая – оставаться свободной для проезда автотранспорта. То есть сделать так… Когда он перекрывался на выходные. То есть, чтобы был проезд через Майдан Незалежности вот сюда, в начале Крещатика, чтобы машины здесь могли проезжать. Разумеется, все это намерены сделать, как только пройдут президентские выборы. Сами же майдановцы, вернее, то, что от них осталось, заявили мне вот что. Ну, это Хрещатик, и пошли они нахуй. Хотят, блядь, пусть выходят эти водители, я им сам ебатник разобью. А зачем вы так сейчас говорите? Я так говорю, потому что я так считаю. А вот позиция доблестных активистов правого сектора. Пусть садятся на велосипеды. И тут мы с вами подошли ко второму побочному явлению. Оно будет похлеще. Ряды майдановцев и самообороны заметно поредели. Большинство бойцов, которые выстояли Майдан от начала до победного конца, уже давно разъехались по домам и вернулись на работу. Теперь это не Майдан, 13-й район какой-то. Все эти люди здесь живут. Спросите, чем они занимаются? Чем сейчас вообще занимается Майдан все это время? Ничем. То есть вы даже не скрываете, что вы ничем не занимаетесь? Мы охорону робим, охорону. Как заученный стишок, теперешние обитатели Майдана твердят мне о том, что они что-то контролируют, что-то они допускают и зачем-то следят. Они уверены, таким вот стоянием контролируют власть. Да, время от времени Автомайдан с целым списком общественных организаций проводит всевозможные акции. Но обязательно ли для этого жить в палатках? Здесь остались одни патриоты, они продажные свиньи. То есть вы считаете людей, которые пошли в Нацгвардию, продажными свиньями? Они продались. Неплохо, да? А теперь... Внимание, вопрос. А мы с вами за это боролись? Я, как и миллионы украинцев, поддерживал революцию не за то, чтобы горстка подвыпившего молодняка околачивалась в центре города и прикрывалась подвигами, которые совершали не они.
А ведь все эти персонажи дискредитируют саму идею Евромайдана и при первой возможности попадут на экран к тому же Киселеву, как лица украинской революции. Камеру выключай, ничего не выключаем. Вот сотники это понимают. Ну, семья не без уродов, вы сами понимаете. Политики, уже успевшие освоить свои новые кресла, и сами бы не против, чтобы Майдан разошелся. Но стоило бы только коммунальщикам или кому-нибудь другому взять хоть один камешек с баррикады, началась бы волна новых, уже бессмысленных столкновений. Почти мэр Киева Виталий Кличко в день выборов уже заявил, Майдан насильно разгонять никто не будет. Одно могу сказать, Майдан и баррикады выполнили свою функцию, и мы будем обращаться к тем людям, которые там находятся, помочь нам разобрать баррикады, помочь нам для того, чтобы совершать реформы. Но в службе безопасности самого Евромайдана намерены отстаивать статус площади как пешеходной зоны. Мол, если уйдут, власть расслабится. А наличие неадекватных персонажей объясняют вот так. Багато самозванців, багато тих туристів, які просто проходять і дають інтерв'ю. Є одиниці людей, скажімо так, які я називаю, які приїхали 1 квітня. Однозначно, що є частина людей, які відношення до Майдану не мали, в даний час вони просто появилися як об'єкти. Говорят, делают все возможное, дабы пресечь такое поведение. Например, за прошлую неделю с Майдана провели 20 таких индивидуумов. Однако пороки в виде алкоголизма и шпили-вили отрицать не стали. Teach me, tiger, I'll kiss you. Значить, відносно проституції і масове сп'яніння, я можу це аргументально сказати, що в реальності воно в деякій мірі є, але відносно проституції, це не думаю, що воно відбувається. Тут є, скажімо, хлопці з своїми дівчатами, які вони зустрічаються, є них, наприклад, вже тиждень назад тут була весілля в суботу. Значить, і таких молодих пар є до сьогоднішнього дня. Я не можу вважати, що це якась проституція. Мені додати більше нічого. Майдан не змогли задавити ні силовиками, ні провокаціями, ні огнем, ні російським агітпропом. Так неужели он уничтожить сам себе?